Япония, Африка, Северный полюс. Сегодня дети смогли облететь на воздушном шаре весь мир. Каждая страна удивляла по-своему. Красивые, яркие, талантливые. Маленькие артисты дарили улыбки зрителям, никого не оставив равнодушными. Детский фестиваль – самый важный конкурс у воспитанников детских садов, к которому они готовятся на протяжении всего года. Фестиваль проходит 22-й раз. И за эти 22 года мы ни разу не пропускали ни один год, ни один концерт. Конечно, это большой труд, подготовка вот этого двухчасового концерта, когда на сцене в течение двух часов побывают 500 маленьких дошколят. Самому младшему 3 года, но остальные детки постарше. И, конечно, дети всегда талантливые, но здесь самые талантливые дети Нижнекамского муниципального района. В этом году обладателями гран-при стали воспитанники 82-го садика. Дипломами за особые успехи наградили 90-й, 72-й, 77-й, 44-й и 94-й детские сады и дошкольное учреждение номер 4 из Камских полян. Остальные участники фестиваля получат памятные подарки. Надежда Верещагина, Марсель Джураев, новости НТР.